господа, добрый вечер и добро пожаловать в совместный турнир Bears Fighting Championship и Strong Spirit Series. Дамы и господа, сегодня вас ждет 30-15 очень зрелищных боев. Дамы и господа, я приглашу в октагон первый участник нашего турнира. И у нас идет прямой эфир на канале Bears Fighting Championship YouTube. Дамы и господа, с аплодисментами, и потом мы начинаем. Синий угол приглашается. Касу Гаджимурадов. Добрый день, дорогие друзья. Приветствуем вас из Санкт-Петербурга. Большой ресторан «Цинь», ставший домом для многочисленных спортивных промоушенов и разных светских мероприятий, открывает вновь свои двери. Сегодня здесь для вас происходит турнир, который организован совместно двумя промоушенами, двумя молодыми промоушенами Bears FC и Strong Spirit Series. Промоутеры Константин Чередниченко и Данил Егоров собрали для вас сегодня 15 отличных боев. Много талантливых молодых спортсменов получат шанс здесь проявить себя, выступить в профессиональном октагоне. И первым из них станет Касум Гаджимурадов. Вес 61 килограмм, 26 лет. Кандидат мастера спорта по вольной борьбе. 3 боя, 1 победа, 2 поражения. Готовится к выходу в октагон Касум Гаджимурадов, настраивается на поединок. Сегодня очень многим спортсменам будет предоставлена возможность проявить себя, показать себя. Именно для этого Константин Чередниченко и Данил Егоров задумали этот турнир. Объединили свои усилия для того, чтобы зажгли здесь новые звезды. Ну и, конечно же, ни один турнир не может пройти без поддержки спонсоров, коими сегодня являются ПАК РУС, изготовитель спортивной экипировки для спортсменов, СЛК Групп, транспортно-логистическая компания для бизнеса, ООО ДАФ, строительство дорог и даже больше. И в октагон приглашается в красный угол Фаридун Джураев, Таджикистан! Ну а соперником Касума Гаджимурадова станет Фаридун Джураев, боец Таджикистана, представляющий клуб Тосна ММА. Собственно, об этом очень легко догадаться, увидев за его спиной тренера Анара Гусейнова. 24 года ему, также 61 килограмм вес, 175 сантиметров рост. 1 победа, 1 поражение. Кандидат мастера спорта по панкратиону. Скажем, настроен очень серьезно на бой Фаридун Джураев. Ну а мы пока с вами продолжим благодарить тех, те компании, благодаря которым сегодняшний турнир вообще стал возможен. За охрану данного мероприятия отвечает VIP One Security. Также Дорстрой Инжиниринг, комплексное развитие территории в сфере дорогого строительства. Ну и, конечно же, компания NRPRO. Лучшие в проектировании и строительстве наружных реклам. Recording lyrics, hopefully someone out there hears it, what I've been through, and can relate to this. Have you heard this kid? That's right. Kevin now has a playlist. I grew up on where fan food stands. Didn't know this guy named Christ will come down and have to save me. Even you, John 3:16, I'm unashamed. Уважаемые дамы и господа, представляю вам бойцов. Синий угол октагона. Ему 26 лет. Рост
160-20 метров, вес ровно 60 килограмм, 200 граммов. Дамы и господа, встречаем Касу Гаджимурата! И его соперник в красном углу. Ему 24 года. Рост 175 сантиметров, вес ровно 61,100 граммов. Боец представляет Республику Таджикистан. Встречайте! Фаритул Джураков! Рефери этого поединка Александр Гривнев. Деремся активно на протяжении всего боя. Выражайте честный и красивый поединок. Руки пожали по углам. Ну и рефери первого открывающего поединка станет у нас Александр Гребнев, сам профессиональный боец. Суровый, но справедливый рефери. Итак, Касум Гаджимурадов против Фаритула Джураева. Сразу же, без разведки кинулся буквально через весь октагон Фаритул Джураев. Перевел своего соперника в партер. Забирает спину. Пытается провести удушающий прием. Касум Гаджимурадов терпит. Удается ему скинуть своего оппонента. Сам прихватывает его за голову. Поднимается, будет заправлять гильотину. Наносит несколько ударов. Но Джураев потихонечку так его затаскивает опять в партер. Очень такое сумбурное начало. Крайне динамичное. Ну, мы видим, что снова Фаритул Джураев сейчас улучшает свою позицию. Хотя голова его зажата в захвате соперника, но спину-то он контролирует. Поэтому, да, есть шанс, что вот сейчас он затащит его для возможности удушающего приема. Наносит несколько ударов. Касум защищается. Фаритул заправляет руку и выходит на удушающий прием. Сейчас Касуму, конечно, нужно бороться за этот захват, если он не хочет проиграть прямо на первых же минутах. Терпит Гаджимурадов. Но... Очень плотный был захват, и Фаритул Джураев буквально за одну минуту первого поединка проводит удушающий прием, завоевывает победу на радость себе и своим зрителям. Уважаемые дамы и господа, в этом бою удушающим приемом победу одерживает боец красный угол Фаритул Джураев! Ну что ж, поздравляем Фаритула Джураева, поздравляем команду ТОС на ММА с победой. Первый бой был стремителен,